Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Давай посмотрим, что у нас тут. Ага, наградочку забираем здесь. Также у нас за еду. Плюс наборы карточек. Ребята, я же хотел пройти события, да, и проспал. Я вот почему-то так и думал, что я прозевакаю. Но уже, как говорится, ничего не вернешь. Будем что-то с тобой новое сейчас придумывать. Искать для себя какие-нибудь проблемы очередные. Так, еда. Еда у нас тут есть, отлично. Тут у нас... О, они все созрели. Так, ну что, забираем с тобой всех стегозавриков. Мы собираемся с тобой заняться конкретной эволюцией. Блин. Фигово, придется его, наверное, долго тут еще прокачивать. Пускай дальше действует. Так, забираем очередного стегу. Помещаем. И последний, да, у нас тут остается. В питомник. Ну-ка, все. Так, здесь мы с тобой хавчик активируем. Все, забираем. Потратили с тобой деньги. Так, в PvP сражение, ускорение, собрать моды. Но сначала мы с тобой пойдем, зайдем в схватки и посмотрим. Так, испытай свои силы, плюс сдвиг ледников. Вот, то, что нужно, ребят. Давайте-ка начнем, наверное, со сдвига ледников. Элос Материи, Эндрю Сарх и шерстистый носорог. Такого я еще ни разу не видел. Ну что, против этого мы берем с тобой мамонта. Эндрю Сарха мы будем бить, наверное. Давай, наверное, уртинотериумом. А шерстистого носорога нам лучше всего пинать амфициона. Ух, была не была. Мне интересно. Ну, я думаю, что здесь я должен выиграть. Уж не знаю, друзья, как получится, но все сулит именно о нашей победе. Потому что я подобрал... О, хорошо, я подобрал. Ну, этому парнишке, конечно, Элос Материю сейчас не повезет. От мамонта он сейчас хорошую звездюльку получит. Ну что, смотрим за его действиями. Что он будет предпринимать? Меняет, меняет, ребята, на Эндрю Сарха, понятно. Вот так вот он решил. Ну, а мы с тобой тогда сделаем вот... Погоди. Вот, вот этот чувак. 561 к атаке. Давай я еще вот так сделаю. Доп-бонус. Сейчас, если этот Эндрю Сарх не поменяет ничего, мы с тобой его просто... А, он меняет. И берет шерстистого носорога. Хм. Еще и атакует. Я смотрю, он совсем нюх потерял, да? Так, кто у нас тут? Амфицион, по-моему, да? А если нам смысл менять, если у нас... Думаю, что нету. Ну что, атакуем тогда по полной программе. Фиг ли нам с тобой терять. Ему кранты. А выходит Элос Материи со своими 169 атаки. Ну что он тут сделает? Да ничегошеньки, ребят. Пробить он меня не пробьет. Ну, хотя были какие-то там дешевые попытки. Так, ну мы по нему достаточно одного удара. И он сразу отлетает. На. Иди сюда. Эндрю Сарх. У меня две защиты. У него, как видишь, 4 очка. Ну что, даже если все сольет, он меня не пробьет. Все, ребята, ему кронтарики. Даже если он сделает две защиты, у меня просто любая атака, если пройдет, сразу его похоронит. Так что, Эндрю Сарх, goodbye. Мы будем по тебе скучать. Просто взяли его за шкирку. Отмутузили. Ну что, давай крутанем рулетку и посмотрим, что нам выпадет. На особо тут что-то такое я... А, у нас пак. И кто? Элос Материи. Ребята, это новое. Такого у меня не было. Плюс 325 очков доверия. Слушай, шикарно. И к тому же мы теперь можем этого Элос Материи приобретать просто в магазине. Плюс у нас лига, ребята, началась новая. Отлично. Это меня радует. А новая лига — это всегда приятно. Так, ну мы еще в начале здесь с тобой. Опа. 5 из 5. Схватка чемпионов у нас открывается. И что у нас тут? Блин, конечно, хотелось бы, ребята, здесь подраться, если честно. Очень сильно хотелось бы. А что вообще в этой лиге можно выиграть? Ну-ка, дай-ка я гляну. Ну, так себе награды, ребята. Бакулит, вот если бы только бы, конечно, приобрести. Но в остальном как-то не вижу тут
выпендриваться, что-то тут. Я вот лучше, наверное, пойду за ДНК. Блин, я даже не знаю, или за ДНК, или все-таки в столкновение пойти. Вот что ты вот мне посоветуешь? Вот и я не знаю, что лучше всего сделать. Так, а что у меня на рынке? А, ну это понятно. Это то, что Элосмотерия, теперь мы можем с тобой... Кстати, здесь-то у нас свободно все. Давай-ка мы, наверное, с тобой кого-нибудь поставим. А кого тут? Вот скалозавра можно, ребят, немножечко подобавлять. Блин, у меня его нету. Тогда проехали. Ну, дозу, нормуль. Так, анхилозавр тут. Ну-ка, дай-ка я этого прокачаю. Что-то он у меня на 21 уровне завис. До 30-ки-то стоит его догнать, конечно же. Наградушку забрали. Так, чуть-чуть нам остается, ребят, до 46 уровня. Капразух. Слушай, а почему капразуха бы нам с тобой не это? А, у нас только одна. Одна карточка на него. Так, с кем? Подожди, с кем мы хотели гибрид сделать? Это, ага, со стегой. Со стегозавром. Но у нас стегов тут хватает. Тут дело за малым, да? Прокачки уровня. Так, нам нужно еще, ребята, стегу. Активируем. Так, подожди, как бы нам тут поэффективнее. Твою налево. Стегозавр, это у нас не по стоимости ДНК, а травоядные. Где ты у нас, стегозавр? Куда ты спрятался? Выводим, да, активируем. По-моему, пока хватит, да? У нас опять тут с тобой тревожный код. Давай его отправим, пускай там разбирается. Ну что, нам пока делать нечего. Пойдем по событиям пробежимся. Без ограничений, давай рискнем. Давай рискнем, так. Здесь можно взять диплотатора. Ко всему прочему можно прихватить. Ну, явно нам нельзя брать с тобой травоядных. Это просто противоречит. Не знаю, ну дозуха. Или же Эдиоморфодона возьму, наверное, одного. И алангазавр. Блин, алангазавр это фигня, ребят. Его порвут, я тебе точно говорю. Блин, конечно, ну дозуха хотелось бы. Но я что-то сомневаюсь, что... Ладно, возьму я, наверное, его все-таки. Давай попробуем. Наверное, получится. Так, ух ты, 876 к атаке. Ясен перец, я сразу бомблю. На тебе. Музыка сразу исчезла, как только я нанес ему урон. Ну что, будет он атаковать или нет? Или он поменяет на кого-нибудь более сильного? Атакует, ты глянь. Тоже неплохо так вжарил. Ну что, мне один удар. Плюс, наверное, я возьму. Давай так вот. Так, минус этот хмырь. Смотрим, что у нас тут за тираннозавр. Мод 2. Два бонуса очка, естественно, сейчас влепит, наверное, немало, да, мне? По полной программе вписывает. Твою налево, очень мало здоровья у нас остается. Но мне кажется, этого достаточно, чтобы его пробить. Он все слил, так ведь? Угу, этого предостаточно, мне кажется. И сделаем с тобой две защитки. Ну что, влупляем? Пошел отсюда. И последний. Так, кто у нас? Тиранозавр обычный. 306 к атаке. Три бонуса. В любом случае не должен пробить. Все, а вот ему сейчас будет не сладко. Да, диплотатор это, ребята, имба. Я думаю, может быть, нам еще одного такого увезти, а? Чтобы было у нас два с тобой диплотатора. Ну, согласись, против хищников он вообще заходит на ура. И выводить, в принципе, его легко. Так, ну что, первое столкновение у нас прошло удачно. Опять вы? Блин, а сколько ты стоишь, если откатить? Я трачу, ребята. Я трачу. Он один, в принципе, справился со всеми. Но вот тут, конечно, я не уверен, что он сможет справиться. Блин, у нас еще и этот в откате. Можно взять Кулазуха. Попробовать сыграть через него. И Эдиоморфодона. Или как? Или просто кого-нибудь сфейлить. Можешь, да? По идее-то. Тиранодона, например, поставить. Нет, нужен такой, чтобы его очень долго пришлось бомбить.
Блин, метриконтозавр, он хорош по атаке, но, ребят, ну по здоровью вообще никуда не годится. Лонгозавра брать. Или птеродактиля. Поехали, я рискну таким вот образом. Блин, надо было мне брать... Ай-яй-яй, немножко не так сделал. Надо было вот этого брать первым. Вот что. 306 к атаке, ёк-макарёк. Ты представляешь, что сейчас будет? Он, если сейчас две атаки мне пропишет... На 600, это, грубо говоря, сразу половина минус. Половина здоровья. И не забывай, что это тиранозавр. Он так и делает, ребят. Прикинь. Офигеть. Давай вот так вот сделаем. На самом деле, надо было мне поменять. Бамс. Смотрим, сколько у этого. 294. Тиранозавр мод 2 почему-то слабее, чем обычный тиранозавр. Все-таки надо будет брать мне вот этого. Я сейчас заменю, ребята, и будем работать с вами, знаешь, на что? Будем с вами работать на бонусы. Будем работать на бонусы. Так, ему придется... Что он сейчас делает? Не может быть, чтобы вообще ничего не сделал. Так, 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 так. Давай в защиту войдем. Так, он взял 3 защиты. Он тоже копит, да, я так понимаю? Слушай, вглупляю я тогда все полностью, наверное, да? Блин, пробить мы его не пробьем, если даже все полностью солью. А, была не была. Взял 4 защиты. Не пробьем, ребят, по-моему. А, 1400, неплохо. Смотрим, что он сейчас будет делать. 2. И 2 он оставляет себе, так? Так. То есть мне достаточно... блин, если он 2 себе оставил, наверное, я сделаю вот так. Сменю. И возьму... 3 защиты. Не знаю, друзья, что он там сейчас приготовит для меня, какой сюрприз. 5. Неужели он все будет сливать в атаку, а? Он ведь может это сделать. Вот хмырь, а ты посмотри. Так, деплотатор, давай его валить, короче. Он все слил, у него ничего там не осталось. Поэтому, естественно, делаем с тобой атаку. 2 защиты плюс бонус. Все, достал меня. Иди отсюда. Выходит следующий тиранозавр. У нас 2 защиты. Я думаю, что он не сможет нас пробить. И он сам, главное, ничего не делает, понимаешь? Блин, горелый я. Дай-ка я, наверное, еще возьму немножечко. Раз, два. Вот так вот сделаем. Посмотрим. 4 защиты взял, ты прикинь? Все взял под защиту. Ах ты, жук ты навозный. Ну, сейчас вот я тебя пробью. Во-во-во-во. Все, 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 пока. Психанул, стрессанул, поэтому за это, ребята, месть. Незамедлительная. Да, деплотатор это, конечно, крутой чувак. Тут не поспоришь. Против хищников рулит. Ух, только в путь. Оправдал, короче, он свое доверие. Мое именно. Так, что дальше? Еще один поединчик. И кто на этот раз? Опять вы. Опять вы. Блин, да один деплотатор там не справляет. Ну давай на всякий случай возьмем вот так вот и... Кого вот теперь под жертву выставлять? Капразуха? Только надо это сделать немножко по-другому. Вначале ставится капразух. Потом ставится деплотатор. Нет. Потом ставится геоморфодон. Потом ставится деплотатор. Вот таким вот образом мы будем с тобой здесь играть. Естественно, в первую очередь я коплю бонусы. Правда, если он сейчас две атаки влепит, мой капразух улетит в трубу. Моментально причем. А он так и делает. Прикинь, он знал. Он знал, гаденыш, да? Сколько у нас к атаке? 405. Беру защиту и 2 бонуса. Только не говори, что ты сейчас будешь 2 атаки опять проводить. Он может. Так и есть, ты посмотри, а? Оборзевший парень, я смотрю, вообще в хламину. Так, 405 к атаке. У него одна защита, да?
Сделаем вот таким вот образом. Поехали. Атакуем. Ох, ё-моё, я думал, что он защиту взял, но он не взял ее. Блин, а этот тиранозавр будет посерьез. 612, но ему в любом случае придется две атаки сливать. Две, ребята. Одна у него остается, да, получается? Он все сливает. Он все оставшееся слил. Короче, ребят, мы его сейчас, естественно, с двух плюшек выносим. Раз, два. И, наверное, мне надо сделать так и вот так. Отлично, отлично, друзья мои, все. Этот тиранозавр мод 2 вообще здесь для нас не в указ. Ну что он сейчас сделает? На 4. Все сольет? Все сольет. Смотри, удивительно, ничего не стал сливать. Блин, наверное, в защиту пойдет все-таки, да? Раз, два, три. Раз, два. Давай вот так вот проверим. Сколько? О, я же говорил, все в защиту сделал. Все, ребята, мы кранты. Сейчас стрясанет, 100% тебе говорю. Нет. Не стрясанул, чувак. Так, хорошо. Раз, два, три. Блин, по 200. Это, считай, 300 к урону. Давай так сделаем. Я просто жду, когда он расколется. Он должен психануть, ребята. Он берет чисто под защиту все. Ага, ага. Вот и все, ребят. Я же говорил, рано или поздно стресс его возьмет. Раскрылся. Теперь получай звездюльку. Все четенько, ребята. Как в аптечке. Сыграно просто идеально. Расколол, раскусил и победил. Деплотатор, конечно, молодец. Правда, я все доллары слил, но не беда. Так, что нам тут выпадет? Дедикурус. Так, и 65 очков доверий. Так, у нас же еще лига. Да, господи, все, успокойся. Здесь забираем. Так, по заданиям у нас что там? Тут все понятно, тут все понятно. Здесь использовать ускорение. Давай моды заберем с тобой, быренько. Так, Чарли, ты что у нас тут? За деньги? Нет, за деньги не будем. Давай посмотрим эхо. Тоже за баксы. Вот, вот это вот возьмем. За ДНК. Супер редкие моды. И выпадает нам с тобой инстинкт убийцы. На самом деле мне не очень нравится. Давай еще один мод. Какой на этот раз нам выпадет? Опять? Нет, кровотечение. Окей, вот это уже хорошо, ребят. Задание выполнили. Забираем. Так, ну что, ПВП сражения на любой арене, да? И ускорение нам нужно будет сделать. Когда вот это откроется у нас, я не пойму. А, вот это у нас открыто. Где-то я хотел тут что-то у нас. А, тут на 50 уровне, да? Еще этот остров у нас. Тут тоже же можно все выстраивать. Да, очень даже близко у нас там находится. И еще где-то должен быть торговый этот порт вроде бы. Или что-то в этом роде, я уже не помню. Тут еще вулкан. Вот здесь что-то должно будет. Хранилище образцов открылось. Теперь у вас будет больше свободного места. Так, чем с тобой остановились? На чем я уже забыл, ё-моё. А, мы должны с тобой ПВП-шку сыграть, да? Только бы... Подожди, есть у нас с тобой... А где? Погоди-ка, я не понял. У нас вроде бы как показывало где-то... Битва. А, вот. А, она недоступна. Она недоступна, она будет открыта через 20 часов, ребята. А я думал, что мы с тобой сможем поиграть сейчас. Ничего подобного. Так, только для обычных. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Ёк-макарёк. А, это... Угу, все, я вспомнил. Ну, давай мы, наверное, с тобой сделаем. Так, уберем. Начнем с Гуанлунь. Поехали. Поделимся, так сказать, да? Тут кто кого перехитрит. Все прекрасно знают. Деремся чисто как сами собой. Но он ходит первым, блин, и у него сразу преимущество, ребята. Сразу же он берет преимущество. Поэтому мы... Так, возьмем, наверное, так и вот так. Что он там будет делать? Атакует. Ну вот, в принципе, ребята, и, наверное, крышка ему, да? Хватит нам трех атак. А у него защита еще.
Блин. Ну-ка, давай проверим. Оу, щит, что я творю-то, ё-моё. Нет, нормально, ребят, нормально. Все, вот теперь ему крышка. Фу ты, я подумал, сейчас как звезданет. Все, пронесло. Фу, что-то паниканул. Стрессанул, паниканул. Что это за слово такое, паниканул? Новое изобретение Рэя. Стресничок небольшой поймал. Думал, что все, ребят, что-то лопухнулся. Нет, нормалек, все у нас получилось. Давай возьмем диплодока. Посмотрим, как будет здесь у нас диплодок против диплодока. Опять же, кто кого перехитрит. Так, 375 к здоровью, 95 к атаке. Ходит первый кто? Опять он. Вот ты как. В бонус влить решил, да? Давай. Я думаю, что два бонуса я переживу как-нибудь. Две атаки, точнее. А вот переживет ли он четыре атаки? Ты смотри-ка. Ты смотри-ка, что творит, а? Жучара. Так, ну у него получается три, да? Четыре даже. Если он, конечно, сейчас все четыре сольет. Так, мне вот это не нравится. Совсем не нравится, ребят. Я, наверное, рискну. Первым рискну. Ай-яй-яй, ну хватит, хватит, по-моему, да? Да. Хватило. Фью, ну молодец, молодец, диплодок. Не подвел, как всегда. И мы двигаемся с тобой дальше. Кто там еще у нас? Так, столкновение. Пу-пу-пу-пум. Давай анкилозавр. Нет, анкилозавр это слишком долго. Вот пастозух. Быстро и сердито. Да, тут слишком быстро. И он опять первым, да, ходит, гаденыш. Да, тут слишком сильно не забалуешь, друзья. Угу. 100% он взял защиту. Вот 100%. Да ладно. Нет, все-таки взял. Ну что, прописываем ему. Все, крышка, по идее. Да ведь? Должна быть крышка. Да, одну защиту он берет, мы две пробиваем. Круть, круть. Тынь-тынь-тынь-тынь. Так, ну что, остается последний у нас поединок. С удовольствием его пройдем. Лучший приз, лучший приз, лучший приз — это набор ДНК. Так, а у нас с тобой последний остается. Блин. Вот здесь нельзя, ребята, ошибиться. И опять он ходит первым. Да заколебал ты, а? Не стал атаковать. Вот что самое странное. Берет защиту, да? Ну, естественно. Сейчас пропишет, скорее всего. Нет. Не прописывает почему-то. Блин, если он две влепит мне, будет плохо. Ай, пять, йоу. Да ладно, блин. Вот это попадос, ребята. Вот это я попал. Прикинь, хмырь вонючий, я что делал? Надо было его бомбить тогда и все. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько он стоит на откате? 7. У меня нет столько долларов, друзья, к сожалению. Блин, и сделать-то ничего не могу, как этот слепой котенок. Так, любой, это фигня все. ПВПшка. Так, давай мы с тобой, наверное, вот здесь вот поиграем. Раз, два. Так, подожди, три. Поехали. Ё-моё, а. Да, это всегда последний поединок такой, ребята, довольно мощный. Всегда меня там обманывают, надуривают. Ох, ядрён, матрён, ты посмотри тут. Кто против нас? Или мы против него? Фиг поймешь, фиг разберешь. Но в любом случае битва будет серьезная. Так, друзья мои, игра не без изъянов. И, естественно, она вылетела, и я не смог в нее зайти где-то часа 4. Но теперь я зашел, и мы продолжаем с тобой играть. Так, на чем я остановился? Я хотел вроде бы ПВПшку сыграть, да? Ну, сейчас посмотрим, сколько времени прошло. Может быть, что-то здесь добавилось у нас. Например, в схватках. Да, да, столкновение, я же
Блин. Как вот его пройти? Блин, он сейчас меня опять, ребята, здесь надурит, как и в прошлый раз. Он будет ходить первым, верно? Верно. А, нет, ходим первыми мы. Так, если он сделает две атаки, черт его знает. Даже и не знаю. Ну, давай я сделаю вот так, защиту. Посмотрим, что он будет сейчас делать. Он ничего, ребят, не стал делать. Хорошо, сделаем так. Ага. Неужели сейчас влепит опять, как в прошлый раз? Мне не нравится вот это все. Я тебе серьезно говорю. Или мне сейчас бомбить? Ну что, рискнем? Давай я рискну. Была не была. Да ёк-макарёк, ну пробьем или нет? Е! Конфуций жив. Все, ребята, победили. А, влапошил я этого дурочка на 4 кулачка. Соответственно, мы с тобой что там? По-моему, за ДНК мы драли здесь, да? Колесо призов. Тын-дрин-дрин-дрин. Сколько мне выпадет здесь ДНК? 120. Самый минимум, по-моему, мне выпал. Да. А что ты хотел? Думал, шикануть? А вот и не получится шикануть у нас. И задания, насколько я помню, у нас все выполнены. Или нет? Нет, нам ускорение и, кстати, сразиться в ПВПшке. Вот мы с тобой как раз на водной ПВПшке и остановились. Точнее, у меня вылетела игра, я не мог зайти. Так что вперед, подожди. Вперед из песни. Водные, вызов. Блин, надеюсь, сейчас ничего не будет. Никаких. Дай-ка я, наверное, сделаю вот так все-таки. Поехали. Последние доллары, ребята, у нас 4 штуки осталось. Твою лептостек. Что там у него, блин, навыпадало? Ёк-макарёк. Какие-то гибриды уже. Да. Ну что же, блин. В прошлый раз вот так же тоже зависло и все. Ну, слушай, 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 что я тебе хочу сказать. Сделай... А, он входит первым еще к тому же. Он атакует, ребята. Он не побоялся, так сказать, да? Бомбануть мне. По щам. Хорошо. Давай сделаем... ответочку, да, наверное, я так понимаю. Да, сделаем ответочку ему. Так. Ему в любом случае придется потратить 2 удара. Ага, ну все, тогда ему тоже кранты. Бомбанул. Так, ну и нам придется тоже с тобой влепить 2 атаки. Иди отсюда. Так, пока идет 1-1 ничья. 318, блин, у нас слабее атака, ребята. У нас с тобой слабее атака, блин. Причем по полной программе. Делает одну атаку. Он делает одну атаку, да? Давай я вот так вот рискну. Так, сколько он себе берет бонуса? 2? 1, да? 1 бонус, окей. Сейчас я посмотрю, что он будет здесь предпринимать. У него всего 290 хп, как ты видишь. Поэтому, друзья мои, есть смысл просто сейчас ему в морду дать хорошенько. Да давай по полной программе. Все, крантарики, да? Крантарики. Ну что же, появляется Анха Пристис с 6 очками действий. Что он здесь, ребята, здесь может сделать со своими 31 атакой? Да ничего. Просто разорвали. Такого гиганта разорвали каким-то малышом.
Я офигею, у него такая, да, ребята, пила нос. Страшный, конечно, зверь. Ну что, мы с тобой выиграли ПВП-шечку на водных стихиях, отлично, я считаю. Тут еще у нас приз любители, в котором нам выпадет что? Деньги. Монеты. Давай еще крутим. Блин, я хочу получить легендарный пак. Пожалуйста, плиз, дайте мне легендарный пак. Какой там тебе легендарный пак? Вон мясо, кусок и молчи в тряпочку, как говорится. Ладно, забираем здесь награды. Использовать ускорение. Ну, ускорение можно только лично, наверное, подожди. На ПВПшке. Сейчас, а тут, наверное, у нас все откатились, да? Все. С водными модами. Давай вот здесь попробуем подраться. Так, животных. Блин, $10, ребята, за поединок. А у меня, к сожалению, нету. Так, что же нам тогда тут ускорить? Может быть, здесь? Фига тут расценочки. Капразу 119 бакинских, да? Стега 109. Нет, что-то вы тут, конечно, мудрите, роднульки. Че, вообще что ничего не могу ускорить? Так, второе ускорение мы с тобой якобы использовали здесь. Блин, ну и как мне сделать еще одно ускорение? Ай-яй-яй. Так, здесь сколько он... Соберем, наверное, голду. Угу. Так, а здесь у нас сколько? Войти. У меня даже 45 бакинских нету. Ну, можно попробовать в ПВПшке опять же. Опять только ПВП. Ну, давай сделаем, знаешь, как с тобой? Немножко попроще. Так. Так, и вот так. За рекламу только если. Ну, давай посмотрим, кто нам здесь. Йох, Макарек. Археофек какой-то там непонятный. И мы Дедикару с первого уровня. Ничтожество, сейчас тебя порвут. Просто порвут. Да, меняет. Фига тут. Ну, я делаю так, ребят. Что еще мне остается делать? Так, псина. Меняет. Ничего себе, там 674 к атаке. Представляешь? У нас вот этот, в принципе, неплохо бомбит. Но, опять же, повторю, надо полностью набирать. Давай, трать все, трать атаку. Не хочет. Да ладно, решился-таки. Красавчик. Так, ну что, ребят, мы его, видимо, должны похоронить здесь, да? Можно взять, конечно, мамонта. Но не вижу в этом смысла. Короче, 1436, да? Вот так вот я сделаю. Поехали. Иди отсюда. Так, археофицион. 164 к атаке у тебя, да? Ну что, погнали дальше. Пробиваем его, да, я так понимаю. Раз, два, три, четыре. Так, ему крышка. А, нет, нет, ребята, ошибочка, извините. 6. Сейчас посмотрим, что он сделает со своими 164 атаками. Да ничего не сделает. Меняет истук. Тебя умоляю. Я тебя умоляю, хлыщ ты такой. Раз, два. Раз, два. Ну, вот ему кранты. Ну и выходит у нас Архиотери. 79 атаки. По-моему, тут без вариантов.
По-моему, тут без вариантов, мы его, ребята, распишем как пить, блядь. Как гитарочку по нотам. Поехали. Одну защиту еще поставил себе. Не, мне, конечно, повезло с этим вот животным, плюс то, что у нас еще дубль, то есть он на 20 прокачан до 20 уровня. Это, конечно, классно. Ну, как ты понимаешь, победа за нами. Ух, вот он, ребята. По-моему, да? Дин-дин-дин-дин-дин-дин. И что же мне здесь выпадает? 18 900 монет. Еще разок крутим и смотрим. Достается мне... Блин, как я хотел бы вон тот пак получить. 150 ДНК. Допустим, да? Если, например, я делаю еще вызов, то мне можно сделать бесплатно же откат. Блин, даже здесь 7 бакинских. Да вы серьезно, что ли? Так, вот теперь можно его бесплатно вернуть. А для чего я это делал? Естественно, чтобы отыграть все ускорения. Так, забираем. Естественно, мне нужен опыт. И здесь открываем с тобой наш пак. ДНК сколько бакинских? 35 и 80 тысяч монет. Ну, я считаю, неплохенько, друзья мои. Плюс 95 очков доверия. Вообще шикарно. Даже здесь еще что-то есть. Так, все задания мы выполнили. Здесь тоже забираем. Окей. Здесь у нас, ага, все забито. Так что мы ничего поставить сюда пока не можем. И я думаю, что на этом можно серию, в принципе, и закончить. Да, ребят? Да, я думаю, это будет справедливо. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.